Это батл на удаленке. Я хочу его унизить, чтобы показать его ничтожность. Он должен знать свое место. А человек, он злобный, мстительный, ничтожество и не владеет даже простейшими средствами, которые, казалось бы, демонстрируют на людях в студии, которых фактически там чуть ли не руки за спиной связаны. Для существования одного Соловьева необходима телекомпания ВГТРК. Он думает, что он король, а он мышь за принтусом. Только там и следует ему находиться. О чем можно содержательно говорить с Соловьевым? Я хотел показать, что он даже ругаться не умеет. Я это показал. Главное, его оружие, он им тоже не владеет. Такие спичечные нунчаки у него вместо оружия. Я же сказал, что я хочу его унизить. И так я вообще мирный человек. Сила в правде. У кого правда, тот сильнее. Немножко давайте забудем о Соловьеве, а поговорим немного о другой теме.